общем, как бы крепости, замок, он достраивался в процессе его как бы эксплуатации. Вот это вот здание, построенное в 16 веке, использовалось как склад оружия, где хранили порох, винтов, мушкеты, ну и так далее. Сейчас посмотрим, что вот это вот такое, я не знаю. Я сюда не заходил никогда. Тут чайки сидят, я смотрю. Вот сидит чайка. Да, вот такие вот стены. Окна. Вон смотровая башня. Сейчас попробуем подняться туда. Да, вот эти окна все скошенные. Скошенные окна, чтобы можно было стрелять в случае нападения с разных углов, чтобы был обзор для и был прострел. Там Аня гуляет. Сейчас послушаем, что это за местечко.